Высший совет правосудия уволил судью, которая сняла арест со 100 миллионов гривен, арестованных по делу Краяна. Об этом сообщает интернет-ресурс «Слово и дело». Как сообщает портал «Слово и дело», Высший совет правосудия уволил с занимаемой должности судью Соломенского районного суда Киева Людмилу Кизюн за совершение ряда дисциплинарных проступков, в том числе, как отмечает издание, за снятие ареста почти со 100 миллионов гривен денег Труханова. Цитируем, речь идет о средствах Development Elite, на которые был наложен арест в рамках уголовного производства за владение 185 миллионами гривен Одесского городского совета. Указанные деньги были переведены Одесским горсоветом фирме за покупку двух административных зданий обанкротившегося завода «Краян» для расположения в них мэрии. В ходе расследования этого дела детективами НАБУ было сообщено подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову, его заместителю Павлу Вугельману и еще шести лицам. Как известно, судья Кизюн два раза безосновательно сняла арест с половины денег Development Elite. Из-за этого НАБУ и САП подали на нее жалобу. Конец цитаты.